У нас было много замечательных открытий, новшеств. Мы танцевали open-air, мы ездили на бачата рекорс. Ну, кто-то ездил, а кто-то не ездил. У кого-то были свадьбы, у кого-то рождались дети. Кто-то просто сделал первые шаги в мире танца в этом году. С чем я, собственно, всех и поздравляю. Давайте так, наполним бокалы. Кто-то горячительным, кто-то не горячительным. И предоставим возможность сказать Илье пару слов. Всего 8, сейчас уже может быть почти 80 собраться. Это очень здорово, что мы все дружим, что мы все дружим, общаемся, что мы любим это дело, а мне компот принесли. Да, это вино. Да, я очень рад, что вы есть друг у друга. Спасибо. Снег кружит, сам не тает зима, сам не тает. Все, что было для тебя, раскинулся на стол. Ребята, я желаю, чтобы вы все друг у друга были в следующем году. Я рад, что у нас есть такое здоровое мероприятие, у нас есть красивые девчонки, у нас есть мужчины. Я очень люблю нашу компанию. Считаю, может быть, своей второй семьей. Я очень вас люблю. С Новым годом! С Новым годом! Можно? Желаю Новый год встречать, но под елку не упасть, чтобы Дедушка Мороз вытрезвитель не увез. А с Новым годом крикнуть, с Новым годом! Красивых причесок. А с красивыми прическами танцоры города Сыктывкар мужского прочества приходишь ко мне. Отлично. А с Новым годом крикнуть, с Новым годом. С Новым годом!
Все у них воплотилось в реальность.
годом! Я желаю вам счастья, здоровья. А еще чего-нибудь оригинального. Каждый партнерша по партнеру, каждому партнеру по партнерше. Все правильно. И хором с Новым годом. С Новым годом! В их нелегком деле. Ура! Информационный и финансовый спонсор — центр протезов «Две ноги». Всегда на ногах. Директор центра Дмитрий Русалев, он также танцует бачату, сальсу, диско-сальсу и диско-бокс. Сейчас он нам расскажет, как у него прошел этот год и как у него складывались... Какие у него планы на следующий год? Хорошо. Так, ну что, дед, слушай внимательно. С мастерелкой. А ты парень. Возбужал. Смотри. Запишите кто-нибудь. Как ни странно, все идет к лучшему. Идет все в перспективу. Если нарисовать некий такой график, знаешь, как бы график идет... Ну, нет, ну врать не будем. Так. Не так. Ну, вот так где-то. Вот так идет все вверх. Все как-то развивается. Развиваются люди вокруг меня, развиваюсь я. Вот. Ты развиваешься. Ну вот видишь, девушка-то прибороклился по сравнению с прошлым годом. Только шапка была. Да, да, вот, ты уже как бы. Кто-то на кризисе теряет, кто-то какие-то зарабатывает. Да. А, что-то пожелательно? Не, ну ты рассказывай, как дела-то. Да все хорошо, ты знаешь, вот если вот чего не коснуться, все неплохо. Все хорошо. Какие планы на следующий год? Планы на следующий год. Планы, как всегда, наполеоновские. Завоевать мир. Так. Тебе еще один канал нужен? Завоевать мир. Я сейчас не про танцы. Так. Как-то завоевать мир. А после того, как уже успокоится душа, то есть мир завоеван, может быть, ну, уже и жить начать. Да, ну, пожелай что-то нашим девочкам и мальчикам на предстоящий год. Не будем какие-то давать абстрактные какие-то, знаете, там, танцуйте, все будет здорово, там все хорошо. Ну, вот, такие будут здорово. Да, это будет здорово. Вот сейчас я вернулся из города Ухты 4 часа назад. И если подытожить всю поездку,
то можно сказать следующее, что танцы – это не только настроение, но и тяжелый труд. Тяжелый труд. Я хочу пожелать людям, чтобы они не боялись трудиться и не боялись, как сказал Федор Недотко, не боялись получать образование и тренироваться. То есть не боялись этого, не боялись каких-то трудностей. Вот это я хочу пожелать. А тебе, дедушка, я хочу пожелать, чтобы мы с тобой в следующем году тоже встретились, допустим, но может быть в другом месте, может быть и здесь. Ну, чтобы ты не терялся. Да не, я не потеряюсь. Ладно. Ну что, дедушка стал потяжелее или дедушка стал постарше? Всего вам хорошего в новом году. Поздравляю вас с Новым годом! И пускай будет у вас праздник весь оставшийся год. Хорошо. С Новым годом! С Новым годом! Отлично. Всех поздравляем с Новым годом, желаем счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы год был ярким, запоминающимся. Танцуйте, любите! Ура! Что все было замечательно у вас, и в танцах, и в вечной жизни все, что было супер! Ура! Коротко и ясно. Желаю это Боже, желаю танцорам, чтобы
Они повышали свой уровень, безусловно, чтобы нас становилось еще больше. Вот. Но я думаю, что если у нас станет больше, нам нужно будет больше помещений. Суть в том, чтобы эти танцы повышали и тонус, и давали и здоровье, и давали счастье, и чтобы каждый там нашел то, что ему нужно. Да. Ту как бы частичку, что он искал. Потому что я думаю, что в танце как бы частицу. Частицу. Да. То есть каждый приходит за своим, и каждый нашел свое и был счастлив. Я думаю, здорово. Вот так было. Отлично. Все верно. Желаю в новом году безудержной страсти, как в танце, безудержного веселья, страсти, как в скококсе, и всего самого-самого позитивного и лучшего, что может быть в новом году. Да, неважно. Всех с Новым годом! А что пожелаешь в новом году? Счастья, любви. Ну, сам-то не любим, сами знаю, что им не хватает. И этого я не желаю. Молодец, супер. Вставай туда. С Новым годом всех поздравляю. Погромче. Желаем счастья, здоровья, радости, любви, успехов. И по жизни идти с танцами. Идти по жизни смеясь. Молодец, хорошо. Пампузики мои, я с вами всего 2 месяца, но хочу сказать, что мне очень приятно общаться с такими жизнерадостными, интересными, позитивными людьми. Вот. Желаю вам здоровья, вам и вашим близким, любви, счастья, всего-всего. И хором всем с Новым годом! И... С Новым годом! Чувствуйте себя роскошно, будьте неповторимы и очаровывайте мужчин с первого взгляда. Так, дальше. А парням? Мальчикам я хочу пожелать найти себе истинную королеву, которая будет радовать. Ну и хором с Новым годом! С Новым годом! Чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваши желания сбывались, чтобы ваши мечты осуществлялись, чтобы ваши близкие и родные люди были счастливы. А счастье дарили вы
дарили им вы. Все у вас будет хорошо. Я вас искренне люблю, уважаю и ценю, что вы есть. Такие, как, какие вы есть. Все у вас будет хорошо в новом и в следующих годах. С Новым годом! Что такое, наверное, слово лобзать? Куда под носом лобзик есть? Засчитано, дальше! Уля выиграла, я ставлю! Не-не-не! Дев... Скажу вам, бабка, я люблю тебя! Дима! Дмитрий, оставьте свои фантазии при себе! Здесь есть девушки, у которых не закончилось. А я зато знаю, что такое фрезер. Могу на пальцах показать. А вот на вот этих своих трех, да? Бабуля! Я не знаю, что такое фрезер, тоже привел. Больно вообще-то вот девочки, что она знает, что такое фрезер. А у меня борода не растет.
А это немало, я скажу, мужчины поймут! Растет, а у меня растет. А это плюс. Это изюминка, которую мужчины поймут. А я сама зарабатываю. А мужчины это точно поймут. У меня есть два транспортных средства, жилье. Ну, правда, мужчины точно поймут. По одному у тебя, правда, да. Да, и ступа. Я в ней больше готовлю, потому что... Отлично. Моюсь там... Мораль такая. Какая бы ни была женщина, с лобзиком, без лобзика, с длинным, коротким носом, она прежде всего женщина и девушка. То есть самое замечательное на свете существо. Никто не спорит? Фото, а теперь еще и Сидоров видео. Наконец-то меня кто-то тоже немножко поснимал. Что хочу вам пожелать в новом году? Больше танцев, больше движения, больше позитива. Ведь танцы это самое лучшее лекарство от всех болезней. Это я как доктор Сидоров. Всем привет! С Новым годом! Я не могу.
праздника. Поменялись! Какая разница? Разбирайтесь сами в своей семье! По карманам In my hour of darkness.